Олег Шахов провел в администрации совещание с представителями силовых структур. Основная тема встречи – безопасность выборов. Уже зарегистрировано несколько кандидатов, идет сбор подписей и другие мероприятия. По словам Олега Федоровича, все это не должно повлиять на повседневную жизнь химчан. Губернатор и правительство Московской области поставили задачу о проведении честных и чистых выборов. Проведение чистых и честных выборов – это не только день голосования, но и подготовка к этим выборам. Мы предполагаем, что какие-то могут быть в момент до выборов неудобства для жителей города, для их безопасности. И поэтому сегодня собрались на первое совещание, которое станут регулярными, для того, чтобы каким-то образом это дело обсуждать и, предвидя, может быть, соответственно, принимать меры. И призываем тех, кто выдвигается, действовать исключительно в рамках закона.